и склоняю молитвы к Отцу, но слов для молитвы никак не найду. Сегодня спешу я, дела суета, ведь скоро придут для платы счета. Молиться нет времени, надо спешить, так много работы. Спаситель, прости, лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполнен мой долг, за работу скорей. Нет времени доброе слово сказать, нет времени бедным любовь оказать, нет времени ближним сказать про Христа. И каждый ведь занят не меньше меня, мне некогда занят. Но время пришло наконец умереть. Пред Божьим престолом я должен предстать. В смущении, не в силах я взора поднять, но чувствую взгляд судьи на себе, и держит Господь книгу жизни в руке. И слышу я голос: во тьму отойди, я имя Твое не могу здесь найти. Тебя много раз записать я хотел, но времени ты никогда не имел. Дрожа на колени, склоняюсь в мольбе, и вдруг просыпаюсь, все было во сне. Но как хорошо, что всесильный судья не так рассуждал, как ты или я. Молиться спешить, так много работы. Спаситель, прости, лишь несколько слов прошепчу поскорей. Исполни мой долг, за работу скорей. Пусть будет уроком для нас всех, друзья, что время имели и ты, друг, и я. Сказать о спасении всем людям спеши, молись постоянно, живя не греши. Трудись ты для Бога, всегда будь удел, ближний, ты время имел. Тогда...
Скорее.